представляю, что я борюсь. Стою право в сторону стойки. Отсюда, если я захожу, я должен максимально быстро взорваться. Зашел. Вышел, стою. Зашел. Вышел. Натянули максимально резину, выпрямили резину, взяли ровно. Теперь колени согнуты, все начинается с ног. Выпрямляю колени и пошла левая ручка на уровне грудной клетки. Левую руку до конца выпрямляю, голову поворачиваю в левую сторону. Выпрямляю ручку в исходное положение, колени сгибаю. И пошла работа. Сейчас мы тянули чисто левую руку. Представьте, что вы левой рукой держите отворот. Представили? Вы вытягиваете левый отворот. Вот тянете, вот раскрываете. Теперь мы добавляем правую руку. Когда я левой рукой раскрываю отворот, правая рука куда уходит? Под руку соперника. Правильно? Как это визуально выглядит? Расул, можно? Я держу отворот вот Расула. Начинаю вытягивать. И правая рука куда у меня уходит? Я должен правой рукой своим локтем максимально плотно у основания в области плеча отключить его ручку. Но когда я отключаю, я обязательно, посмотрите, свой кулачок разворачиваю на себя, раскрыл и начинаю вот куда зажимать. Своим локтем максимально плотно сжимаю в области его основания. Если я зайду в область локтевого сустава, у меня будет здесь плотность? Нет. Я не смогу бросить. Но когда я зайду и подобью вот здесь и развернусь, у меня что будет? Плотность. Я зайду и максимально плотно смогу его прижать. Теперь ваша правая рука, спасибо, Расул, ваша правая рука будет уходить под резину. Посмотрите, я не вставляю локоть в резину. Моя задача левую руку вытягиваю, правая рука ушла, вышел и пошел. Левую руку до конца вытягиваю, правую подбиваю и пошла работа. Куда у меня правая рука уходит? Под руку. Сейчас мы вытягивали левую руку. Правая рука уходила под левую руку. И теперь все вместе совмещаю. Добавляю шаг правой ноги. Посмотрите, на носочек. Левый разворачиваю тоже на носочке. Вот у меня движение на носочках происходит. Если я буду на всей стопе двигаться, мне неудобно будет. У меня должны крутиться носочки. Вот. Получится? Левая рука тянула. Теперь левую руку вытягиваю. Правую подбиваю. И правый. Шаг правой ногой добавляю. На носочке. Левой на носочке кручу. И ушел отсюда. Работа. Обе ноги на носочке. Работают. Также вы будете здесь подворачивать. На носочке. Вот. Первое движение было. Второе движение. Третье вместе с шагом. И четвертое. Посмотрите. Левую ногу завожу циркулем. Посмотрите. На носочке. Правую разворачиваю одновременно. Подвернулся и начинаешь что делать? Обеими руками сбрасывать. Сбросил, вышел. Зашел, бросил, вышел. Зашел, бросил, вышел. И тяга пошла. Со сбрасыванием.